Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, у тебя всегда будет суперское настроение! Всем здорова, ребят, с вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в игрушку под названием People Playground. Ну что ж, наши приключения в этой игре продолжаются, мы продолжаем делать всевозможные классные эксперименты, опыты, издеваться над человечками и всевозможные делать прикольчики, друзья. В общем, сегодня будет все, что вы любите, посмотрим на классные постройки, поугараем на славу, друзья. Я только надеюсь, что вы успели поставить лайкусик за 3 секунды, если нет, ставьте сейчас, ребята, у вас вторая попытка, заранее вам огромное-огромное спасибо. Ну что ж, начинаем мы сегодняшний угарчики вот с такого прикольного, ребята, дома. Тут даже не совсем дом, тут такая прям башня жилая, и живут у нас тут какие-то непонятные вообще. Здесь днюха у кого-то, да, шарики вот, салют. Здесь живет какой-то, ребят, прям, ну, либо бандит, либо военный, даже не знаю. Напишите вы в комментариях, видите, у него тут и пушки, и все такое. Дальше живет у нас ученый. Тут, наверное, вот какая-то у него лаборатория, всякие склянки, шприцы. Дальше живет у нас... тоже какой-то достаточно странный чувак, смотрит телек, у него огнетушитель и много взрывчатых веществ в бочке, ну точнее в этой коробочке. Тут у нас просто парочка, дальше просто чувачок, и на крыше, ребят, у нас пацанчик чинит антенну, потому что телек, как видите, ни у кого не работает, ребят, потому что, видимо, нет антенны. Ну вот такой вот у нас жилой обитаемый домик, который я предлагаю, ребят, разрушить с помощью вот такой прикольной пушки. Я даже не знаю, что из этого получится, потому что, смотрите, у нас сама пушка-то заряжена вот такими жесткими, как бы, тут и взрыв, и, видите, ножичек. Я не знаю, что из этого получится, я вот ставлю слоумо, включаю, на курок нажал, полетело, друзья. Воу! Это просто был один выстрел данной пушки. И вы только взгляните, что стало у нас с домом. Офигеть, наша башня, друзья, поломалась. Ну и как обычно, блин, у меня лаги. Как обычно, Овер сломал People Playground. Так, давайте, ребят, протестируем вообще эту пушку на людях. Посмотрим, на что она способна. Добавляем вот так вот человечков. Интересных таких, ребят, человечков мы добавим. Посмотрим, короче. Что вообще будет с этими человечками, ребят? Можно еще вот таких человечков, ребят, добавить. В общем, жестко у нас тут получилось. И предлагаю это все заморозить, чтобы это у нас ничего не упало. Ставим, ребят, слоумо, запускаем пушку и... в этот раз, ребят, не так интересно. Пушка у нас выстрелила, конечно. Что-то в этот раз, ребят, как-то неэффектно у нас получилось. Воу! Что-то у нас тут прям люди какие-то супер бронированные, друзья. Какие-то особенные, блин. Ну и реально, пушка просто их не берет, ребят. У меня пушка ломается от этих людей, вы понимаете? Короче, я понял, эта пушка реально работает только на это здание. Ну что, ребят, погнали. А ну-ка, еще один выстрел. Хотя, в принципе, все, здание уже, ребят, складывается. Воу! Пацанчик, который чинил антенну, вообще в шоке. Здесь у нас, ребят, все это полетело. Оу, щит! Прям на людей, ребят. Оу, все это попадало. Жестко, конечно. Ну, вот эта пушка мне нравится, как она, конечно, работает на постройках. На людях она, друзья, ну, что-то прям так себе. В принципе, ребят, я знаю, как мы можем уничтожить этих людишек и посмотреть вообще, что с ними будет. Потому что, та-дам, у меня есть вот такая вот, ребят, огромная башня-установка, которая может, в принципе, на наших чувачков и упасть. И мы посмотрим, что же будет, ребят, если огромная башня кирпичная упадет на людей. Ну что, вы готовы? Ставим слоумо. Полетели кирпичики. Воу! Просто жестко придавило. Ладно, ставим с этой стороны и давайте посмотрим без слоумо. Воу! Ребят, в этот раз как-то я похуже, знаете, опрокинул. Но, в принципе, я думаю, ничего страшного. Воу, офигеть, ребят, вот это жестко, слушайте, а ну-ка мы просто реально вот так вниз, капец, лаги, что-то я опять сломал все, ребят, я что-то опять все сломал. Ладненько, ребят, ставим, короче, нубиков, вот так вот нубики у нас пошли,
Вот так вот я их расставил, ребят. Смотрите, много нубиков и две башни. Сейчас я попробую аккуратно прям эти башни скинуть на нубиков. Первая пошла, вторая пошла. И ставим слоумо, ребят, потому что летит, летит. Оу, бедные наши нубики, ребят. Просто тут ни один нубик не выжил. Посмотрите, как же сильно, ребят, их придавило кирпичами. Вот это что-то просто невероятно жесткое, ребят. Но если вы еще не поставили лайкусик, сейчас, мне кажется, самое время. Ух ты! А тут, ребятки, у нас что это? Монстр Тревора Хендерсона? Погодите-ка. Это мне напоминает телевизора голову. Вот ножки, да, вот ручки, вот голова. И рядом стоит еще и Дэшка, ребят, заключенный CP фонда. Но я предлагаю немножечко раскачать Дэшек. И посмотрите, какой Биг Папа Дэшечка у нас тут появился, а? А ну какой приколист, а ну-ка как он вообще ходит, ребят. Вот это он прям... прям на колени встал. В общем, сразу прям встал на колени. Смотрите, ребят, реально у нас тут самый настоящий, блин, ну, официальный вот такой вот телевизор головой, который может, знаете, наших Дэшек, ребят, ну, как бы... Вот, Дэшечка у нас, да, вот, Дэшка. Нормальный заключенный, и у нас так телевизор головой. На! Нифига он полетел, ребят. А ну-ка вот этого качка, он что, так же сильно пнет? Ну-ка, ребят, сразу отдалим. Пам! Ух ты! А этого, ребят, пнул не так далеко, силёнок-то маловато. Ну, а вот такого простого, смотрите-ка, ребят, тоненького. Ну-ка, сейчас. Как запульнём? Ух ты! Нифига, ребят, как у нас дышки эти летают. Просто можно челлендж устраивать, кто дальше пнёт заключенного. Реально, блин, вот это безумный на самом деле у нас тут. Телевизор оголовый, ну-ка. Пам! Улетай. А если, ребят, знаете, вот он просто вот так вот наступит как-нибудь... Ну-ка, вот так сейчас поднимаем. Опа! Слушайте, ну так вот получается очень даже опасный, блин, у нас телевизор головой. Я бы не хотел попасться к нему в руки. Вот смотрите, вот рука так. Но! Или в эту. Пам! О! Просто безумие какое-то. Эй, пацаны. Вы что тут делаете? Ты что делаешь, блин? О, блин, какие ноги, блин, чешут ему, да? Или что он там делал? Ладно, иди отсюда. Ты отсюда отошел, блин. Устроили мне. Ха, ладно, ребят, попробуем испытать на этом телевизороголовом нашу пушку любимую. Ух ты ж, ё-моё! Нифига себе, ребят. По-моему, что-то у него тут... А, рука запуталась, да? И телек треснул. Ну, братанчик, бывает. Это ты не в сказку попал, а в руки к оверу, который вот так вот с этими монстрами Тревора Хендерсона. Вот так вот, смотрите, сейчас ему прям в телек. Дэм! И все, ребят, и не узнать уже. Чё говорите? Телевизороголовый был. Тьфу! Тьфу! Никого не было. Никого не видел. Да, Дэшечка? Я думаю, он, ребят, со мной согласен. Ну, на телевизор голового посмотрели, и настало время понять, что это у нас за монстрик-то такой. Кто, ребят, догадался, пишите в комментариях, будет интересно посмотреть, кто из вас шарит, кто разбирается, а кто нет, я скажу об этом чуть-чуть попозже. И мы с вами сейчас уничтожаем вот так Дэшечку. Бам! Эй, братанчик, а ты что, я думал, ты, блин, будешь сильнее. А что у нас все приуныли? Эй! На! Во, смотрите-ка, неплохо. В общем, друзья, раскрывая карты, это у нас старик 106. То есть это у нас старичок, ребята, CP-106. Вот такой опасный. Я думал, он сейчас будет карманное измерение, что-то призывать, но нет. Обычный, блин, стариканчик. И здесь у нас вот, ребят, смотрите, гвард из CP-фонда. Мы ему сейчас, знаете, дадим в руку вот такой вот пистолетик, смотрите, с глушителем. Так вот. Ага, ничего себе, я взял пистолет, ребят. И застрелим этого старичка, ребятки. А чё, по стелсу? Получай, получай. Эй, пацанчик, ты чё сделал? Вот это гвард, друзья. Вот это ICP-фондовский гвард. Взял и сам себя застрелил. Ну, бывает. А старичок у нас жив, да цел, ребят, понимаете? И вообще ему пофиг. Ну, сейчас папа Дэшечка покажет. Вот так вот, ребят, старичка мы просто в скелета калашом превратил. Офигеть, ребят, вот это Дэшка, блин. Знаете, его кормили реально как будто за десятерых. Просто вот огромный, блин, жесткий. Я даже не знаю, ребят, напишите, он больше толстый или все-таки на мышцах такой качок. О, там у нас остался, а я и задом могу, я как Рэмбо. Бам, и просто Дэшечка у нас всех раскидывает. Вот это, ребят, супер, конечно, забавно.
Так, ребят, продолжаем смотреть на всевозможные здания и построечки. У нас тут есть лифт. Смотрите, вот мы нажимаем кнопку. Ух ты, и лифт реально работает. То есть он опускается, он может спуститься. Но, в принципе, друзья, нам этот лифт, ну, особо-то не нужен. Я просто... Блин, хотел разрушить это здание, ребят, но она упала само. То есть я вообще ничего не сделал, и здание у нас рухнуло. Ладно, теперь я трогать тогда ничего не буду, я просто хотел протестировать вот такие вот, ребят, бомбы. Смотрите, у нас тут прям целый вообще жесткий прикол. О, видите? Видите сколько? Ну и попробуем вот так рядом со зданием это все дело поставить, не слишком близко, но и как бы недалеко, ребят. И посмотрим, вот что будет со зданием, если на такой дистанции взорвутся наши вот такие вот взрывательные штуки. Воу! Это было в слоумо, друзья, и это было супер быстро и эффектно. Офигеть! Предлагаю повторить эксперимент, только без слоумо. Быстро! Офигеть! Это просто секунды занимает, ребят, и все. Понимаете, какие-то доли секунд, и просто нет нашего здания, и там вот этот лифт, бедолага, что-то пытается. Блин, мощно, конечно. В общем, у нас тут диск, колесо, на самом деле он и любое здание разломает, весом 50 тонн. Мы спавним вот так, человечков. Кстати, ребят, если узнали, напишите в комментариях, что это такое, блин. Что-то знакомое, да, где-то я уже такое видел. Ну и вот у нас, ребят, это колесо. Давайте просто медленно вот так в слоумо. Попробуем его закинуть, ребят, на наших чубриков. Вот так, пусть переваливается колесико. Ну а теперь, друзья, мы просто наслаждаемся видом. Воу! Все? Тоже, друзья, супер быстро. И наши пацанчики, ну вы сами видели, скукожились за какие-то доли секунд. Ну-ка еще вот так ставим. Вот здесь поставим, вот так. И теперь, друзья, не в слоумо, а просто колесико покатилось. Оп! Офигеть, вот просто, если попасть под это колесо... О! То в живых вообще никак не остаться. Не, вот это же скач, ребят. Ну вот это я понимаю. Интересно. Так, а что это, ребят, я вообще не понял. Короче, смотрите, раз, два, три, какие-то вот у нас тут головы с руками. Постройка называется «Солнце». Но я, знаете, больше подумал, что это какой-то человеческий головной коронавирус, ребят. Что-то такое прям, да? Но реально похоже. И самое угарное, ребят, видите, я сейчас это все спавнил в паузе. Если я отожму паузу, то, короче, как я понял, эта постройка взрывается. Я вот ее добавил, а она взорвалась, я ничего не понял. Решил в паузе добавить и вот вам показать. Поэтому предлагаю сразу это все дело, ребят, обставить людишками. Вот так вот поставить. Это у нас даже просто не люди, а прям жесткие такие манекены, знаете. Ну, чтоб взрывы, чтоб мы людишек с вами-то не травмировали больше. А то сегодня и так много кто у нас полег в поле боя. Ну все, я не знаю, что будет с игрой, что будет вообще дальше. Ладно, три, два, слоумо. Слоумо мы ставим. Ага, и погнали. Пауза прошла, ребят. По-моему, просто крашнулась игра. Да, ну пауза снялась. А, нет, не крашнулась. Я просто ее сломал, ребят, в очередной раз. Это так просто меняются кадры. Офигеть, серьезно? Вот это жестко, ребят. Ну все, теперь, походу, сломалось. Ну я же говорил, сломал. Ладно, ребят, короче, слишком много, видать, я заспавнил. Давайте вот так. Ставим слоумо. Ну и один коронавирусный элемент. Ставим вот так. Поехали. Воу! Ну да, наши манекены, друзья, разлетаются, и довольно забавно, конечно, все это происходит. Ну что ж, ребят, в принципе, на этом мой сегодняшний видосик заканчивается. Я надеюсь, что вам это понравилось. Обязательно пишите в комментариях, что мне еще позаписывать People Playground, какие другие игры поснимать. Ну а на этом я уже, ребят, с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. Ссылочки на социальные сети в описании. Всем удачи, хорошего настроения, болейте успехов. Спасибо за просмотр и пока-пока!